Здравствуйте, все, кто любит лепить из пластилина. Сегодня мы с вами будем лепить тимоху. Для этого нам понадобится вот такой пластилин. Голубой, темно-синий, оранжевый, коричневый, светло-коричневый, темный, серый и белый. Я покажу, как слепить его очень просто. Без каркаса, просто маленькую фигурку. Сначала мы взяли темно-синий пластилин и сделали ему брючки. Потом берем голубой пластилин и делаем ему свитер. Кофточку ему вверх. Делаем половинку. Рукава. И низ. Пускай он будет немножко замятый. Это даже лучше нам. Это создаст ощущение, как будто она у него настоящая. Мятая, не надо ее выравнивать. Внизу сделаем углубление для того, чтобы наши штаны хорошенько туда зашли. Отрезаем рукава аккуратно и также отрезаем низ. Здесь торопиться не нужно. Все, аккуратненько отрезали. Наша заготовочка готова. Берем брюки и также отрезаем их. Потом берем и соединяем все это вместе. Все, наши замятости остались. Брючки на месте. Наша основная заготовочка готова. Готов уже побежать. Подожди еще. Еще нужно сделать голову. Берем оранжевый пластилин, грушевидную форму головы делаем, рот у нас будет без зубов, мы сделаем ему просто аккуратненько полосочку, это будет у нас с вами ротик. Тимоха начинает оживать потихонечку. Затем берем и делаем ему верх с ушами. Можно сделать уши отдельно. Я сделаю все это вместе. Вместе с волосами. Заготовочку для верха мы сделали. Ушки подняли. Сейчас мы им придадим форму. Все, готово. Ушки и верх готов. Согнуть их очень просто. Одно сгибаем и второе ухо. Верх готов. Все просто и понятно. Соединяем его с головой. Самая главная деталька у нас получается – это носик. Вот такой формы. Его сделать тоже очень просто. Безо всяких усилий. Вот такую форму делаем и ставим его на место. Носик дает ему уже привлекательность. Сейчас сделаем глазки, и он оживет. Хороший нос. Аккуратненько ставим глаза на место. Сначала взял светло-коричневый пластилин. Один и второй глаз на место. Потом черненькие шарики, зрачки. Один и второй. И белые отблески. Готово. Голова у нас с вами готова. А, нет, чуть не забыл, брови. Одно и второе. Все. Голова Тимохи готова. Настало время сделать белые кроссовочки ему. Их сделать тоже очень просто. Делаем форму ботиночка.
сначала одному, потом второму. Выделяем подошву, тоже простым способом. Все, наш один кроссовочек практически готов. Делаем ему имитацию шнурков. Сначала на одном, потом на другом. Шнурки готовы. Сделаем, давайте ему простые ручки. С одним пальчиком. Он у нас будет этими ручками пирожки держать. Вот такой простой формы делаем ему одну и вторую руку. Настало время для пирожков. Тут даже нечего рассказывать. Пирожок делаем очень просто. Все, готово. Сейчас осталось нам соединить все детали. Ставим на место кроссовки. Один и второй. И он уже будет у нас сейчас с вами стоять. Ставим на место голову нашему Тимохе. Тимоха оживает потихонечку. Одну руку и вторую. Вон он какой задорный получился. Готов к приключениям. И танцевать готов, и прыгать, и скакать. Но сейчас мы его с вами развернем немножко. Ноги ему, руки, туловище. Сделаем ему форму поинтересней. Руки опускаем, ноги сгибаем. Так. Отлично. Все хорошо. Руки готовы. Ноги готовы. Голову повернули. Осталось ему дать в его цепкие ручки пирожки. Кладем один в его ручку и второй. Все. Наша фигурка готова. Тимоха наш готов. Будем лепить еще других персонажей из этой игры, ребята. Вон он какой. Фигурка простая. Что такое? Вот что значит без каркаса лепить. Давай, не балуй. Держись. На каркасе бы она, конечно, не упала, голова. А без каркаса, да. Но зато такую фигурку проще, ребята, лепить. Ей можно придать любую форму. Ну что, всем до новых встреч. Будем лепить новых персонажей. Всем хорошего настроения. Пока. Ха-ха-ха.